Результат благоустройства набережной Федоровского оценил генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Владимир Примак. Вместе с ним по обновленному пространству набережной прогулялись заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Территорию смотрели вечером, так что набережная предстала в сиянии нового освещения. Гости увидели амфитеатр, спортивную зону, детскую площадку, новые павильоны и пространство, где теперь с особенным удовольствием можно любоваться знаменитыми нижегородскими закатами. Работы по благоустройству стартовали в апреле. Их удалось провести благодаря инвестициям Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром». Корпорация сделала подарок городу в год 800-летия. Сейчас, оборачиваясь на проведенную работу, гости отмечают широкий масштаб вложенного труда. Это большой, колоссальный труд. Труд тех, кто это задумал. Труд тех, кто это воплотил. Это и переживания жителей, которые мы, к сожалению, доставляли некие неудобства, но мы старались, чтобы на выходе это понравилось людям. Я уверен, что точно ни одного равнодушного человека к этому проекту не останется в любом случае. Это настоящая партнерская работа. Это такой подарок, сделанный с огромным уважением и любовью к городу со стороны корпорации, за что мы, конечно, «Газпрому» очень благодарны. И здесь надо сказать про очень сложную работу двух архитектурных команд. Команды областной, Институт развития городской среды Нижегородской области, и команды страны «Газпрома», которая также дорабатывала архитектурные решения. Ну, слава богу, это теперь общепринятая практика, что все сделанные пространства находятся на гарантии. Да? В качестве я, кстати, не сомневаюсь, потому что был и технадзор соответствующий, и в квалификации подрядчиков, которые наняла корпорация «Газпром», нет никаких сомнений.